Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. В первую очередь хотел бы вспомнить я о Надеждине. Это тот человек, который якобы должен быть оппонентом Путина на том, что они называют выборы в марте месяце. Вот, стало известно, мы раньше с вами говорили, боится Путин конкуренции какой-то, боится этого Надеждина, ручной он или нет. Но вот сейчас есть информация, что есть уже иск, чтобы вызнать Надеждина иноагентом. Насколько это вписывается в какие-то планы Кремля, насколько... Вы верите в то, что все-таки Надеждина допустит к выборам, или все же Путин будет единственный на этом вот сборище? Ну, он не единственный, потому что там уже кого-то там официально допустили, там есть несколько представителей партии, типа там Слуцкого от коммунистов, тот там Харитонов, по-моему, выступает и так далее. То есть там уже зарегистрировано 4 кандидата, включая Путина, да, из которых Путин формально считается самовыдвиженцем. Надеждин, конечно же, это продукт системы, это понятно, что он был, в общем, таким больше спойлером, но он возник довольно спонтанно. И самое главное то, что как получилась, так сказать, предвыборная кампания Надеждина, я думаю, что Кремль к этому готов не был абсолютно. То есть они считают, что все будет проходить так же, как у всех остальных. Вполне возможно, что Надеждину просто даже не удастся собрать подписи. Ему нужно было собрать 100 тысяч подписей, потому что его поддержала одна из маленьких оппозиционных партий. И поэтому, несмотря на то, что он шел сначала как самовыдвиженец, таким образом ему надо было бы формально собирать 300 тысяч подписей, затем эта цифра снизилась до 100 тысяч. Но 100 тысяч – это тоже много для человека, который формально не поддерживается, так сказать, официальным режимом. То есть не дана отмашка, там, я не знаю, муниципальным каким-то образованием, разным бюрократам собирать подписи в пользу Надеждина. И вдруг в его пользу стали выстраиваться люди в огромные очереди. И причем эти очереди были вполне себе визуальные в нескольких десятках городов Российской Федерации, в различных регионах и даже за границей. И вот эта вещь пошла совершенно не по плану. То есть я так думаю, что никто этого не ожидал. По-моему, даже сам Надеждин не ожидал. Он не ожидал, кстати, что ему начнут переводить довольно много денег. То есть ему переводится там в день порядка 5 миллионов, даже 10 миллионов рублей. Причем это абсолютно обычные люди. Вот точно так же, как на кадрах, которые вы сейчас видите, стоят люди в довольно больших очередях, в том числе, допустим, в Якутии было там минус 43 градуса, и тем не менее люди стояли. Вот здесь явно тоже центральная часть России какой-то. Ну вот видно, что зима, мороз, в общем, не так все тепло, и тем не менее люди стоят. И получается так, что он получился единственным кандидатом, у которого визуальные очереди были. А все же остальные, вот те, которые там сдавали, тот же самый Путин, которому набрали там, кто-то говорит миллион, кто-то говорит чуть не 3 миллиона подписей, и ни одной очереди не было. И получилось так, что Надеждин, уже даже еще не дойдя до статуса официально зарегистрированного кандидата, составил реальную оппозицию Путину, потому что он показал, что, в общем, вся остальная кампания, предвыборная у других партий, включая Путина, это фикция. Не, потому что, ну как можно собрать в пользу Путина законными методами 3 миллиона подписей, если у него не было ни одной очереди нигде, ни в каком, ни в одном регионе. Вот. И поэтому, с моей точки зрения, Надеждина могут просто не допустить до этих выборов. А Сергей, а вот если говорить о том, чего опасается Кремль, вот сейчас Росми говорят следующее, что в России отключили мобильный интернет, как они это объясняют? Потому что настраивают ПВО. Но вот аналитики Института изучения войны говорят, что непонятно, как 4G связано с РЭБом, раньше же не мешало ничего работать. Вы не считаете, что это... подготовка, или они как-то пытаются подготовить почву к тому, что, может быть, нужно будет в день выборов все заблокировать, чтобы люди банально не могли написать друг другу сообщение?
Это давнишняя история, и, в общем, похоже, что действительно идут какие-то испытания. Есть несколько источников Российской Федерации, которые говорят о том, что Российская Федерация отрабатывает систему ограничения интернета, отрабатывает систему замедления интернета. Мы, кстати, это видели во время башкирских событий, потому что там тоже вот в Уфе, тогда, когда 19 января после ареста участников демонстрации в небольшом башкирском городке в 500 километрах от Уфы, где проходили демонстрации 16-17 января, там тоже замедлялся интернет. И видно, на самом деле, что российские власти, в общем, готовятся потенциально к этой ситуации. Правда, некоторые эксперты говорят, что в России сейчас не готовы власти отключить повсеместный интернет. То есть это можно сделать в каком-то отдельном регионе, где, ну, считается, может быть, немного напряженная обстановка, где есть какая-то опасность повышенная, но невозможно вроде бы пока что отключить его на уровне всей Российской Федерации. Сергей, если вспоминать о эпопее, то, что Путин должен лететь к Эрдогану, это уже не первый месяц, даже мы с вами проговаривали. Вот сейчас опять появилась информация, даже якобы Кремль подтверждает, что Путин в феврале полетит к Эрдогану говорить об войне России в Украине. Насколько вам верится в то, что Путин таки полетит? Насколько это может быть Путин, да? Может ли это просто... Вот мы понимаем, что возраст Путина не позволяет уже летать со стерхами, оголяться, купаться. Это может быть приурочено к выборам, да, чтобы показать, что он ничего не боится. И вот я обещал лететь к Эрдогану, вот я лечу. Да, это интересная история, потому что, в общем, он намечалась такая встреча, причем эта встреча была по инициативе Эрдогана, потому что летом прошлого года Эрдоган пытался загнать Путина в некую даже такую западню, потому что он публично объявил о том, что Путин якобы намерен прилететь в Турцию, Путин тогда этого не говорил, и вот, значит, они в итоге встретились в Сочи, как на этих кадрах, которые вы сейчас показываете. То есть Эрдоган приехал в итоге к Путину, и они, значит, с ним пообщались в Сочи. Вот. Но в последнее время появилась информация о том, что Путин вроде бы летит в Турцию. Причем опять эта информация шла по инициативе турецкой стороны. Вот. И когда мы с вами, по-моему, даже обсуждали эту тему, я, в общем, высказывал сомнения по поводу того, что Путин туда полетит, потому что все-таки не надо забывать, что Турция это худо-бедно, но является страной НАТО. Да, и то есть, в принципе, если Путин заявляет, что он воюет со всеми странами НАТО, то как он может лететь на какие-то переговоры в страну НАТО? Вот. Ну, будем посмотреть, потому что действительно эту информацию недавно, вот на днях, подтвердил Кремль, что Путин собирается в начале февраля лететь в Турцию. Вот. Ну, там, в принципе, вопросы, которые они должны обсуждать, это, прежде всего, конечно, экономические вопросы. Вот. Ну и одновременно наверняка будут затрагиваться вопросы геополитические, в том числе и по войне в Украине Российской Федерации. Вот. Тем более, что турецкий парламент буквально там на прошлой неделе, по-моему, проголосовал за резолюцию, позволяющую Швеции вступить в НАТО. Вот. Так что в этом смысле, там, так сказать... Кстати, я по этому поводу и думал, что, в общем, я был критически настроен по отношению к реализации этих планов, потому что Путину не очень с руки ехать к Эрдогану, потому что, в общем, Эрдоган ему вводил очередной ятаган турецкий в спину совсем недавно. Вот, кстати, Сергей, вы вспомнили о том, что Швеция стала 32-м членом. Вам не кажется, что это вот ловушка? Вот вы говорите, да, нож в спину Путина, что вот таким образом... Россия будет фактически в таком вот котле от альянса, потому что Балтийское море теперь все будет под НАТО. Да, это, в принципе, российская сторона признает. То есть российская сторона, вы знаете, это как бы был ответ от альянса на то, что россияне сказали, что вот Азовское море стало внутренним озером Российской Федерации. И на это, в общем, альянс практически сделал Балтийское море внутренним морем НАТО.
Вот. И это, в общем, такая геополитическая реальность, с которой Путину приходится теперь считаться. Поэтому даже тогда, когда он летел в Калининград, ему, значит, надо было очень точно рассчитывать траекторию, чтобы, не дай бог, там не залететь в чужие какие-то воздушные пространства. Надо было лететь только исключительно через международную зону, вот, в сопровождении истребителей, кстати, точно так же, как он летел в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты. В общем, и это он сам виноват, потому что, строго говоря, то, что Финляндия и Швеция решили вступать в НАТО, это исключительно результат войны Путина против Украины. До этого ни Швеция, ни Финляндия не собирались этого делать. Финляндия, в общем, была такой нейтральной страной, а Швеция была нейтральной страной 245 лет. И то есть в этом смысле, конечно, Путин сам спровоцировал такую ситуацию. И в этом смысле вот я иронично даже говорил тогда, когда возник этот вопрос, что НАТО надо тоже ввести какую-нибудь награду Путину, сделать награду самому большому врагу НАТО за огромную помощь в развитии блока. Сергей, вот, кстати, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Патрушев сказал следующее, что России нужно готовиться к войне с Западом после окончания горячей фазы, как он говорит, против Украины. Вот это заявление, это не есть признание, что они не могут победить и не могут исполнить все свои цели в войне, потому что они говорят о том, что мы будем воевать с Западом, то, что официально они говорят, да, против НАТО, и он не говорит после победы в войне в Украине, а после горячей фазы. Ну, это заявление, в общем, это такое, больше надувание щек, конечно, да, но это заявление, я вам должен сказать, что это заявление очень выгодное Украине и очень выгодное Западу. Потому что мы же сейчас понимаем, что сейчас существует некая приостановка, так сказать, помощи Украине финансовой и военной и со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны Западной Европы, потому что есть какие-то страны, которые сомневаются, стоит ли подавать, стоит ли помогать, которые сомневаются в том, что конфликт этот будет разрастаться. И каждый раз, когда какое-нибудь официальное лицо Российской Федерации льет воду на военную мельницу Российской Федерации, это выгодно Украине, потому что таким образом у нее повышаются шансы на то, что ей более быстро предоставят помощь западные страны. Сергей, вот Путин наконец-то встретился с Лукашенко, и тоже мы об этом с вами говорили, что очень долгое время не было именно вот один на один встреч Путина и Лукашенко. Вот прибыл диктатор с Беларуси в Санкт-Петербург, они встретились, и Путин и Лукашенко, вот цитирую, подписали документ о создании новой совместной медиакомпании. Там две газеты, одно телевидение. На что это намекает? Что вот Россия все больше и больше будет под себя подмять Беларусь, или зачем создавать и так уже пропагандистские медиа? Зачем их объединять? Ну, здесь на самом деле все идет вот как раз по плану. Да, потому что у них есть некий проект создания союзного государства. Российская Федерация, кстати, не очень активно заинтересована в этом проекте. Его педалирует больше Лукашенко, чем Путин. Потому что для Лукашенко, кстати, это была возможность красиво уйти с поста президента, например, стать, он формально считается и сейчас председателем союзного государства, но перейти, допустим, на постоянную работу в это союзное государство и таким образом ни за что не отвечать, а иметь такую красивую синекуру и получать там деньги. Вот. Ну, в общем, Беларусь педалирует больше это создание этого государства. И там есть, конечно, плановые мероприятия, в том числе плановые мероприятия создания совместных структур. Потому что у каждой страны, безусловно, вы правы, есть свои собственные пропагандистские средства массовой информации, но они не считаются совместными. И, значит, вот им в рамках этого союзного государства нужно обязательно создать какую-то совместную компанию.
компанию. Другое дело, мы не знаем, какой будет бюджет у этой компании, будет ли это мощная какая-то вещь, или это будет просто формальный какой-то медиахолдинг, который, опять же, будет существовать только на бумаге, а использовать на самом деле силы и средства существующих СМИ, российских или белорусских. Посмотрим, как это будет все дело развиваться. Ну, вот встречи, которые прошли в Москве, были такие помпезные, потому что там было часть и в Москве, и часть в Санкт-Петербурге. Вот, и при этом, кстати, встреча один на один была, ну, Лукашенко говорит, довольно продолжительно, на самом деле, там, в общем, не так все это было продолжительно. Вот, и я вообще считаю, что каждый раз, когда Лукашенко ездит к Путину для того, чтобы пообщаться с ним один на один, это имеется в виду выпрашивание денег из российского бюджета для поддержки бюджета Беларуси, то есть фактически белорусского диктатора Лукашенко. Сергей, а вот уже прошло некоторое время после крушения Ил-76. Как вы считаете, что это было? Это было... вот опять есть поражение авиации России, и таким образом Кремль хотел как-то перекрыть эту неудачу. И, в общем, за 2 года очень много авиации потеряла Россия в этой войне. Или все же реально можно думать, что Россия цинично все специально подстроила, чтобы убить военнопленных с Украины? Ну, вообще, это очень болезненная тема. Пока что информации все равно, вот несмотря на то, что почти неделя прошла после этого инцидента, много очень говорили мы на прошлой неделе по этому поводу. Пока что все-таки версий окончательных нету. Вот есть ощущение все-таки, что это самолет военно-транспортной авиации Российской Федерации, то есть легитимная военная цель для Украины, был сбит, возможно, украинской ракетой. Хотя есть украинские эксперты, которые считают абсолютно противоположные вещи. Я уже говорил, что обе версии, кстати, и то, что это было сбитие украинское, и так сказать, Российская Федерация просто использовала его, и что это была российская провокация, в общем, обе версии рабочие. И можно привести аргументов довольно много в отношении первой и второй версии. Поэтому пока что все-таки здесь остается все подвешенное. Были ли на борту этого самолета украинские военнопленные? Пока что российская сторона не представила никаких убедительных доказательств этого дела. Вот. Ну, исключать этого нельзя. И если это было, то это, конечно, трагедия. Вот. И в любом случае российская сторона не извещала украинскую сторону о том, что там летят какие-то военнослужащие. По крайней мере, не извещала в заранее согласованные сроки, чтобы, значит, обеспечить, так сказать, режим тишины и обеспечение безопасности полетов этого самолета, который, в общем, в приграничных областях летел. И, напомню, еще раз, был военно-транспортным самолетом Российской Федерации, то есть законной и легитимной целью для украинских вооруженных сил. Будем ждать расследования, потому что президент Зеленский требовал международного расследования. Российская Федерация отказывалась пустить каких-либо, значит, наблюдателей и каких-нибудь специалистов допустить к расследованию этой трагедии. Вот. И пока что все указывает на то, что российская сторона просто попыталась отыграть в свою сторону, прежде всего, в смысле пропаганды, этот инцидент. Будем наблюдать. Сергей, ну вот появилась информация, что в Африке Россия опять формирует какие-то наемнические силы, якобы вытеснит оттуда вагнеровцев. У меня вопрос, как вы считаете, вот Пригожина уже давным-давно нету, есть ли в Путина дальше вот эта паническая фобия об вагнеровцев, и он хочет просто уничтожить все, что есть, или все же кто-то еще стоит, и кто-то имеет какую-то силу с этими вот вагнеровцами? Эта история, я вам уже говорил даже в прошлом году, сразу после того, как состоялась катастрофа с гибелью Пригожина, что Пригожин будет преследовать Путина до конца жизни. Это будет тень отца Гамлета, и для Путина это будет фобия, которая его... Вот вы знаете, я даже иронизировал в интервью одним вашим украинским коллегам, что Пригожин каждую ночь является к Путину с кувалдой, и Путин каждую ночь просыпается в холодном поту. Значит, для него это кошмар
абсолютно, и Пригожин. И всегда будет кошмаром. Вот. И Вагнер, кстати, для него остается кошмаром, потому что, в общем, Путин все сделал, чтобы раскурочить эту структуру. Ее убрали с фронта, ее раскурочили, то есть раскидали всех бойцов, поменяли им статус, перекидали в какие-то частные военные компании. И, кстати, не знаю, заметили ли вы, но практически последние там 3 месяца в Российской Федерации замерла история вообще с названием даже частной военной компании. То есть вообще уже перестали говорить о каких-то частных военных компаниях, потому что просто Российской Федерации изменили законодательство, теперь все бойцы, которые даже не являются военнослужащими, они все равно приравниваются по своему статусу к контрактникам. И поэтому Россия, я так думаю, обжегшись один раз на вагнеровцев, в общем, поняла, что это очень опасный механизм. Вот, еще по наследству остаются какие-то структуры в Центральной Африке, в африканских странах, но постепенно идет процесс замещения их на военнослужащих Главного разведывательного управления и Министерства обороны. Вот. И я так думаю, что, в общем, вагнеровцы еще существуют, в принципе, в медийном каком-то поле, потому что остаются какие-то телеграм-каналы, но, в общем, все это дело идет вяло. И я так думаю, что Путин поставил задачу уничтожить всю память о ЧВК «Вагнер». Сергей, ну вот хотел бы вспомнить якобы поездку Кадырова в оккупированный Мариуполь своим сыном. Он всюду его тащит, всюду ему награды дают. Вот у меня склалось впечатление, что Кадыров и Кремль – это уже не те два собакопары, которые были в начале полномасштабного вторжения. Потому что как-то в последнем время, вот история Кадырова в этой войне как-то идет параллельно истории войны России в Украине. Как-то он не заодно, он не обращается к Путину, он не призывает ни к чему. Даже если вспоминать, когда еще был жив Пригожин или воевал Пригожин под Бахмутом, он регулярно был коммуникатором. Сейчас вот он исчез с коммуникацией с Кремлем. Ну, у Кадырова, потому что он очень сильно перегнул палку. Потому что он перегнул палку с этим своим младшим сыном. Плюс, на самом деле, в Кремле заметили, что вообще он готовит сам лично себе свою какую-то смену. Потому что, я вам напомню, что своего зятя он сделал вице-премьером правительства Чечни в июле прошлого года. А затем в сентябре, по-моему, или в октябре месяце, свою дочь, которая является министром культуры Чеченской Республики, тоже он ее сделал вице-премьершей правительства Чечни. И то есть получается такая пара двух вице-премьеров, которые, в общем, получается такая супружеская пара, которая может стать такой царской четой. Ну, пока что она принц и принцесса некие восточные, которые, в принципе, могут потенциально заменить Кадырова на его посту, хотя их конституция запрещает это им делать, потому что по конституции Чечни президентом не может быть человек моложе 30 лет. Ну, по крайней мере, по действующей конституции, или чуть не даже не 35 лет. Вот. То есть ни тот, ни другой, ни зять, ни дочь не могут претендовать на эту роль, а уж тем более 15- или 16-летний сын младший Кадырова. Ну вот Кадыров, когда его, значит, был инцидент с избиением последственного следственного изолятора СИЗО его младшим сыном. Это было явное совершенно нарушение, злостное нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса. А еще Кадыров, когда это дело, сделал из своего сына некого героя исламского на этом фоне. И обвешали его там всякими медалями. То, в принципе, он очень сильно перегнул палку. Мы, кстати, сделали все для того, чтобы эта история получила как можно больше резонанс. Вот. И, несмотря даже на это, Путин его взял все-таки в свою поездку в Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию. Вместе, кстати, с этим сыном, который теперь вроде бы является там чуть не начальником охраны своего отца. Вот. Но потом Кадыров исчез из медийного пространства,
пространство, потому что создалось впечатление, что Путин за последнее время отдает предпочтение в религиозном плане мусульманам перед, значит, православными, которые являются основной российской религией. И, судя по всему, очень большое недовольство выявлял патриарх московский Кирилл и другие конфессии, которые присутствуют на территории Российской Федерации, потому что, я вам напомню, Путин встречался еще с боевиками Хамаса, Путин встречался с хуситами, Путин принимает у себя талибов, то есть создалось такое впечатление, что Путин стал исламским боевиком, и вся Россия стала таким прибежищем исламских исламистов, которых принимает постоянно в Кремле. И я вам должен сказать, что это, конечно, не очень нравится всем националистам, типа там того же самого Гиркина, которого осудили к 4 годам, ну а также там олигарха Малафеева, например, там идеолога Дугина и прочих русских националистов и фашистов, нацистов российских. Вот. И Кадырова, судя по всему, в последнее время ему дана была отмашка уйти из медийного поля, немножко снизить активность. Тем более, что на фоне того, что происходило в Башкирии, понимаете, что, в общем, это напрягло, я думаю, Кремль, потому что они понимают, что Башкирия, которая является, в общем, конфессионально больше мусульманской республикой, рядом Татарстан, который, в общем, тоже может громыхнуть, и Чечня с этим, с Кадыровым. То есть все это на фоне избирательной кампании могло Путину выйти очень сильно боком, и, скорее всего, Кадырова просто попросили не светиться. Сергей, спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время проговорить про вот эти процессы, которые сейчас идут в первую очередь в Кремле. Спасибо вам. Спасибо. Нагадаю, с нами был Сергей Жирнов, экс-пробитник и дебатер службы зовнішньої розвідки Російської Федерації.